Или же один из сосудов головного мозга вдруг ни с того ни с сего может лопнуть. Вы видите сейчас рентгеновский снимок мозга, на котором видно небольшое затемнение. Это и есть лопнувший сосуд в мозге. Этот крохотный разорвавшийся сосуд может привести к тяжелейшим последствиям для человека. Увеличившееся кровяное давление уничтожает мозговые клетки, и в результате человек может стать недееспособным, парализованным или вообще умственно ущербным на всю оставшуюся часть жизни. Перед вами фотография студента юридического факультета Кембриджского университета Джереми Каоза. Он был талантливым молодым специалистом и имел большие планы на будущее. Но однажды ему стало плохо во время занятия в кабинете у профессора, и он потерял сознание. Его тотчас же отвезли в клинику. Оказалось, что у него внезапно лопнул один из сосудов мозга, и он перенес тяжелое кровоизлияние. Врачи немедленно перевели его в операционную. Однако кровоизлияние было стремительным, давление крови резко возрастало, и Джереми полностью утратил так называемую краткосрочную память. Его академической карьере и мечте об адвокатуре пришлось положить конец. После перенесенного кровоизлияния он не мог удержать в памяти то, что он видел или чувствовал еще 5 минут тому назад. Поэтому ему приходилось записывать на диктофон все, что он делал или говорил. Жизнь осложнилась настолько, что ему необходимо было прослушивать запись, чтобы узнать, ел ли он 5 минут тому назад или нет. Эта фотография принадлежит Анри де Лотбиньеру, 21 год. В те годы, когда была сделана эта фотография, он был успешным студентом университета. Когда ему было 42, у него родился первый ребенок. К тому времени он стал уже преуспевающим бизнесменом, как однажды утром он почувствовал онемение лица. Обратившись к врачу, он узнал страшный диагноз. На левой стороне лица у него развивается раковая опухоль. Очень скоро эта раковая опухоль распространилась на весь левый глаз. Сейчас на экране вы видите Тошиго Сазаки из Японии. До болезни она была удачливой бизнес-леди, имела счастливый брак. Но как-то раз она заболела, и у нее стали стремительно развиваться необратимые изменения в одном из участков мозга. Еще день назад она была уверенной в себе, богатой бизнес-леди, но болезнь превратила ее в умственно недееспособного человека. Она уже не могла сама выполнять даже самые элементарные потребности. Она полностью потеряла память, так что не осталось никакого смысла в ее карьере, которая делалась всю жизнь. Но болезни далеко не единственная опасность, которая подстерегает людей в мирской жизни. Человек может попасть в аварию и в результате остаться инвалидом. Газеты каждый день сообщают нам о десятках аварий и катастроф. Люди, о которых говорится в сводках происшествий, перед смертью даже и не подозревали, что спустя несколько мгновений их не станет. Они планировали завершить множество каких-то дел, торопились куда-то в суете текущего дня, но смерть нашла их в результате несчастного случая. Возможно, что среди людей, которые сейчас смотрят этот фильм, есть те, кому предначертано покинуть этот мир в молодости или же в совершенно нежданный момент. Быть может, и вы станете одним из них. Может быть, этот фильм сделан и показан вам как последнее предупреждение перед смертью, чтобы напомнить вам о неизбежности ухода из этого мира.
И последнее предупреждение, чтобы задумались вы о жизни вечной. В повседневной жизни человек часто сталкивается с бессилием что-либо сделать, что является еще одним доказательством мимолетности и недостаточности мирской жизни. Каждый человек вынужден постоянно поддерживать чистоту своего тела, заботиться о его пропитании и отдохновении. Люди, которые считают себя очень красивыми, высокомерно относясь к окружающим, на самом деле вовсе не так уж красиво выглядят, когда просыпаются по утрам. Большинство людей воспринимает перечисленные нами недостатки как естественные. Никогда не задумывается, почему они были сотворены такими бессильными и немощными. С этим телом, столь слабым и беззащитным, нуждающимся в постоянном уходе и чистоте. Ведь если бы повелел Всевышний, то ни одного из указанных недостатков не было бы в жизни человека. Например, другие живые организмы не нуждаются в таком уходе, как человек. Вот, к примеру, цветок. Несмотря на то, что он появляется на свет из толщи черной грязи и земли, не знает никакого ухода за собой, всегда совершенно чист и благоухающий. Если бы была на то воля Всевышнего, человек также мог бы быть совершенно чистым, как цветок, и не испытывать потребности в постоянном уходе и поддержании своей чистоты. Или никогда не болел бы, не знал бы, что такое боль и недомогание. Но человек специально был сотворен с недостатками, изъянами и слабостями, дабы он все время помнил о своем бессилии. На этой земле, созданной для того, чтобы быть для нас испытанием, все обречено на старение, ветшание и смерть. Истинное, вечное счастье и гармония есть только в степени Всевышнего Аллаха. Всевышний Аллах напоминает нам в суре «Железо» об истинной сущности мирской жизни. Знайте, что жизнь в этом мире – забава и игра, и красование, и похвальба среди вас,
и состязание во множестве имущества и детей. И в этой суете подобны вы дождю, что поросль взрастит на радость грешным. Со временем она увянет и пожелтеет на глазах, и сохнет и осыплется в незримость. Но в будущем суровой будет кара для неверных, и будет всепрощение и награда для праведных служителей Аллаха. И жизнь ваша в мире сем — только пользование обманчивое. Наряду с болезнями, физической беспомощностью и старостью, в окружающей нас жизни есть еще одно знамение быстротечности и приходящей сути этого мира. Стихийные бедствия. Мир наш открыт для любой опасности, из космоса, например. Кометы или метеориты. Один лишь метеорит, который в любой момент может упасть на Землю, в состоянии уничтожить всех людей на планете. Такие природные явления уже случались на Земле. Согласно заключениям ученых, именно падение метеорита или кометы стало причиной вымирания рода динозавров, например. На Землю каждый миг может упасть новый метеорит. Остается только один вопрос. Когда? Космическая опасность, ежесекундно грозящая нашей Земле, стала сюжетом для многих голливудских фильмов. Так, например, в фильме «Армагеддон» показаны колоссальные разрушения на Земле, которые могут вызвать падение нескольких маленьких метеоритов. Или в фильме «Глубокий удар» также раскрывается эта тема. Огромный метеорит, упавший в океан, вызывает колоссальные волны, которые поглощают собой целые мегаполисы. Эти сценарии — не плод чьей-то фантазии. Ибо наша Земля ежесекундно стоит лицом к лицу с этой опасностью.
Если сравнить величину нашей Земли с круглым яблоком, то слой Земли, на которой мы живем, будет равен толщине.